Казалось бы, что может быть проще, чем установить активную автомобильную антенну на лобовое стекло автомобиля? Достаточно прочитать инструкцию. Вот, например, антенна, которая упакована и на упаковке есть инструкция. Редактор же ее инструкцию читает. Зачем устанавливать правильно, если можно установить вот так? Ну, не будет принимать. Антенна, значит, плохая. Или вот так, ну, прикрой их ногами. Ну, какая фиг разница, как провода торчат? Ладно, как-нибудь и так сойдет. Или вот так ее установить вертикально, а не горизонтально. Подумаешь, будет приниматься хуже. Фигня. Вообще можно бросить в бардачок и потом говорить, что антенна мне вообще ничего не принимает. Значит, говно, это ваша антенна. Еще вот так я видел, как устанавливают антенны. И тоже антенны говно. Они говно руки того, кто устанавливал. В общем, возьмите антенну и прочтите, бляха-муха, инструкцию.